Какова работа, такова и оценка. Эти юноши и девушки проявили максимум активности в течение года. Занимались волонтерской работой, участвовали во множестве мероприятий. Их деятельность не осталась незамеченной. Вместе со словами благодарности от районной власти, почетные грамоты из рук Татьяны Гридневой. Настроение поднялось. Год заканчивается, уходящий год, сложный был год. Тем не менее, очень много было у вас мероприятий, акций вы проводили. Вы молодцы, вы лидеры ученического самоуправления, вы волонтеры. Это люди передовые, это актив. Все лучшее, что есть в муниципальном образовании. И я вот хочу вручить вам грамоты вот, за вашу работу, пожелать вам в будущем году, год петуха, чтобы он меньше вас клевал, чтобы в школе учились только на отлично. Обязательно впереди у кого-то госэкзамены будут, единый государственный экзамен сдавать. Пожелать вам удачи, чтобы всегда сопутствовал вам в жизни. Успех был у вас. И любите малую родину, там, где вы живете. Чтобы церемония награждения прошла в торжественной обстановке, ее провели в зале заседаний администрации Лабинского района. А чтобы подчеркнуть праздничное настроение, школьники-активисты пришли в новогодних костюмах. В этом году Управление по делам молодежи организовало заключительную волонтерскую акцию «Самый добрый Дед Мороз», поэтому не случайно сегодня в такой торжественной обстановке заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Степановна Гриднева вручила грамоты лучшим волонтерам нашего района, которые тесно сотрудничают с Управлением по делам молодежи, которые проявляют инициативу и под Новый год дарят столько радости и добра всем жителям нашего города и района. Вот этой замечательной доброй акции. Поэтому не случайно они сегодня пришли вот в таких новогодних костюмах, костюме Деда Мороза и Снегурочки. Все получили подарки от Управления по делам молодежи. Также все наши волонтеры примут участие в тематических форумах и сменах Краснодарского края. Хочется, наверное, пожелать и управлению, и его сотрудникам, и всей молодежи Лабинского района счастья, мира, добра, хороших креативных дел в новом наступающем году. Яркая и веселая группа снегурочек и молодых Дедов Морозов вышла на центральную площадь города. В конце года молодежь Лабинского района проводит поздравительную акцию, поднимает настроение прохожим. На новогодних открытках добрые пожелания. Успех, который обрушится на вас, денежный поток и обилие новых знакомых приведут в состояние шока. Поздравляю вас! Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».